И мне построение будет на крышу. Мы начинаем церемонию открытия благословленных архиепископом Ростовским и Новочеркасским Пантелеимоном национальных казачьих игр Шермицы, посвященных святому великомученику, чудотворцу и победоносцу Георгию, одному из покровителей казачьего народа. В 1935 году на Дону, на территории Цемлянского городища, при раскопках северокавказской экспедиции Бориса и Глеба. И вот в этот день, на который чудесным образом выпало еще поминовение предков, которых мы сегодня вспоминали от души в литию и объединили гибельному дню. Глубоко символичное место проведения сегодняшней шермицы, в котором покоятся наши прославленные атаманы и казаки. Сегодня праздник. Праздник казачества, праздник казачьей ловкости, умения, праздник казачьих боевых искусств.